Я подземным источником, притекаю к Тебе, мрази, Отче наш, Ты его на путь спасения нас верно наставляешь, и молитвами отбитый на пасти охраняешь, и телесных и душевных скорбях утешаешь, и паче же смирению, терпению и любви научаешь, и моли человека любца Христа и заступницу усердную, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Завет пастыря начальника исполнил, старческо благодать наследовал Иси, болезное сердцем от всех сферы притекающих к Тебе, тем же и мы чадо Твое с любовью.